Всем привет! И сегодня нам обзор мы откроем, распакуем и посмотрим дизайн телефона Ulefone U Pro. Кажется, так он называется. Недавно у нас была распродажа, он подешевел фактически в два раза. Вот. Напоминаю, что это телефон с NFC, с процессором Snapdragon, с AMOLED-экраном загнутым. Вот. И все это чудо обошлось чуть ли не во сколько... По-моему, чуть ли не в 12 или 13 тысяч рублей. Раньше он продавался за 26-27 тысяч. Ссылка, где его купить, конечно же, будет в описании. Так что переходите. Акция, возможно, еще не кончилась, и вы успеете его купить. Нас встречает фирменная матовая коробка Ulefone. Что у нас здесь написано? Keep expecting and be surprised. Это, наверное, они про свой телефон так высказываются. Модель E9003. Процессор Snapdragon 660, 6 гигов оперативки, 128 встроенных, фронталка на 8, основная камера из двух модулей на 13 мегапикселей. Что радует, так это поддержка популярных в России LTE частот B3, B7 и B20. Дисплей у нас здесь 5,99 дюймов, Full HD и загнутый AMOLED. Батарейка на 3550 мАч, Type-C, Android 8, в общем, все по красоте. Давайте его открывать, открывайте, смотреть, что же у нас внутри. Внутри у нас телефон, вытаскиваем его немножечко за язычочек, вот он какой красавчик, отложим его временно в сторону и посмотрим комплектацию. Внизу у нас находится, что у нас внизу находится? Коробочка с, я думаю, с кабелем и зарядным устройством, вот такая вот вытянутая штуковина. Красивенький, ну как красивенький, беленький Type-C кабель. Дальше у нас переходник для наушников, причем он какой-то по ощущениям очень дешманский, вот я трогаю, неприятно на ощупь. И зарядник. Зарядник нужно нам, наверное, распаковать, чтобы посмотреть, какой же он мощности. Благо, он брендированный, здесь написано 5 вольт, 2 ампера, то есть никакого квикчарджа, ничего, стандартный зарядник. В левой папочке, более широкой, у нас находится, что же у нас там находится? Ну-ка, я надеюсь, там находится чехол. Да, там находится чехол и... бумажки и еще скрепочка, причем скрепочка такая достаточно крупная, я вам скажу, неожиданно крупная. Вынимаем его, и у нас остается чехол, причем чехол выглядит достаточно дешманский. У тех же смартфонов Xiaomi качество чехла намного выше. Мне кажется, что он даже немножко уже пожелтел почему-то. Обратим внимание на сам смартфон. Он идет у нас вот в такой пластиковой упаковке. Давайте его из нее вытаскивать с трудом, с напрягом, но он вылез. Корпус у нас, похоже, металлический, ну, точнее, рамка. Рамка металлическая, задняя крышка. Возможно, это Gorilla Glass или стекло. Спереди у нас защитное стекло и закрывает он AMOLED-дисплей, причем он изогнутый. Что нестандартно, так это расположение слота для сим-карт. Он находится, видите, сверху, и это немножко нестандартно для смартфонов. Пока этот красавец включается, наденем на него чехол, посмотрим, как он сидит. Чпубунь, чпубунь. Комплектация достаточно маленькая, но спасибо за чехол, не хватает только защитной пленки в комплекте. Ее придется, видимо, докупать. По большому счету, на этом распаковка смартфона заканчивается. Я постараюсь в ближайшее время выпустить его полный обзор, протестировать, запустить на нем Google камеру, сказать вообще, стоит ли его покупать и так далее. Если не хотите пропустить полный обзор, обязательно подписываемся, вот кнопулечка, ставим лайки, включаем колокольчик, дабы не пропустить мои свежие выпуски. До скорых встреч!